Привет! Я рад приветствовать вас на 5-м нашем уроке. И как вы помните, из урока предыдущего мы затронули тему оригинальности и тему придумывания своих движений. В прошлый раз я вам показал методику добавления деталей последовательно. И сегодня я хотел бы показать вам еще две простые методики, которые на самом деле очень интересны и очень просты в реализации. Первая методика, про которую я вам расскажу, вы можете делать индивидуально, а также можете делать со своими друзьями, с которыми вы тренируетесь. И это даже будет, наверное, немного более интересно. Она заключается в том, что вы либо даете задание себе, либо просите вашего товарища вам дать задание о том, какие именно части тела вы сейчас будете задействовать. Предположим, я даю себе установку использовать только правый острый локоть, например, голову и левую ладонь. И, соответственно, я пытаюсь придумать движения, в которых будут задействованы только эти части тела. Причем движение может быть абсолютно разным. То есть это может быть футворк, может быть просто какой-то замут с перемещением, может быть фриз, может быть даже какая-то форма на пауэрмуве. Ну и давайте попробуем что-то изобрести. Да, сейчас я буду импровизировать, поэтому может не получиться чисто, но здесь главное не чистота, здесь главное мозговой штурм и генерация новых идей. Как вы помните, моей установкой было использовать острый локоть правой руки, голову и левую ладонь. Ну, первое, что мне приходит в голову, это, например, фриз с использованием этих трех частей тела. Ну, например, что-то такое, да? То есть, в принципе, можно было бы сделать это просто с помощью ладони и острого локтя, либо ладони и головы. Но третья часть тела, она все-таки добавляет какую-то новую форму. Помимо фриза, можно, например, сделать какую-то фишечку. И, например, первое, что мне приходит в голову, это какой-то заход через эти три части тела с проворотом на спину. Я бы, например, сделал что-то такое. Да, опять же, это просто первичная идея, которая пришла мне в голову в моменте, но если вы потратите какое-то время, да, на изобретение в рамках этой концепции, то идеи будут приходить интереснее и интереснее, да? Плюс, опять же, вы можете, если чувствуете, что какую-то часть тела нужно убрать ее. Если чувствуете, что какую-то четвертую, там, пятую часть тела можно добавить в вашу концепцию, в вашу идею, то вы, естественно, ее добавляете и тем самым генерируете новые и новые идеи. Ну и вторая концепция на сегодня – это интеграция каких-то форм в ваше движение. Как вы помните, один из наших уроков уже целиком был посвящен придумыванию форм, но там мы все-таки больше рассматривали эти формы на примере топ-рока. А сейчас же можно интегрировать, попробовать эти формы либо в футворк, либо в какие-то ваши замуты, либо во фрезы, и таким образом создать какие-то новые движения. Ну и как всегда я импровизирую, да, первое, что мне приходит в голову, это, ну, например, форма, когда вы рукой держите колено, да, то есть либо таким образом, либо таким, либо, может быть, противоположным, да. Ну и, соответственно, эту форму нам теперь необходимо интегрировать в какой-то базовый шаг. Ну, за основу возьмем, например, six-step. И здесь мы начинаем делать последовательность шагов, как в обычном six-step, но туда мы интегрируем эту форму, да? То есть, например, раз, здесь мы можем переместить руки. И таким образом наш six-step уже перерастает во что-то немного новое, становится более интересным и персонализированным. Вот, на самом деле супер простая идея, и как я уже сказал, это импровизация, буквально первое, что пришло мне в голову, но если более углубленно проработать эту концепцию, эту тему, то можно найти множество новых, очень свежих, интересных ходов.
Итак, как всегда в конце урока, я хотел бы дать вам небольшое домашнее задание. Само же задание будет заключаться в том, что на основе данных концепций, да, которые я вам озвучил, необходимо будет придумать два новых движения. Одно новое движение на основе использования разных частей тела, а второе движение на основе добавления какой-либо формы. Собственно, на этом мы завершаем сегодняшний урок. Пока!